Олимпийский огонь покорил Эльбрус. Высочайший пик не только России, но и всей Европы. Мы получили кадры уникального восхождения. И хотя природа показала характер, температура местами опускалась до минус 55 градусов, это не помешало участникам экспедиции доставить пламя на западную вершину горы и зажечь чашу олимпийского огня на высоте 5642 метра над уровнем моря. Ну а к подножию Эльбруса пламя вернули спортсмены-экстремалы, спустившиеся по склонам на лыжах и сноубордах.